Итак, мы делаем несколько движений самомассажа для того, чтобы расслабить шейно-воротниковую зону. Продемонстрируйте, пожалуйста, да? От шейки к туловищу, да? И круговыми движениями тоже. Теперь немножечко вот тут вот плечи свои пощипаем, погладим, да, насколько это возможно. Шейно-воротниковая зона у нас, да. А теперь бросили вниз головочку. Раз, и положили ушко на плечо. Второй раз. Раз, и положили другое ушко на плечо. Теперь назад. Раз, и положили. И еще разочек. Раз, и положили. Теперь выдвинули вперед. Раз, и вернули. А теперь со звуком ха. Как будто вы все выдохнуть весь воздух. Договорились? Начали. И все. Вы чувствуете себя в хорошем рабочем состоянии? Да. Тонизированные? Да. Молодцы. Так, и теперь мы делаем с вами упражнение мантры. В принципе, упражнение мантры довольно древнее. Пришло к нам из йоги. Вот, начинаем с гудения и заканчиваем гудением. Звукоряд. Напомните. И. Да, и заканчиваем снова звуком И. Обязательно следите за тем, чтобы ощущать вибрации, которые постепенно перемещаются. Где вибрации на звук И? Вот тут, вот тут, вот тут на темечке, да, на И у нас есть вибрации. Потом они перемещаются у нас вот именно по черепной коробке, скажем так, и грудной клетке. И возвращаемся снова туда же. Договорились? Помним. Теперь расслабились немножко. Расслабились, да? Но тело наколок. Да, тело наколок. Но особенно плечи расслабили, да? Можно даже голову опустить. Угу. Можно даже слегка глазки прикрыть, да? Вот. И начинаем гудеть. Извлекать из себя вот природный такой легкий звук. Извлекаем звук гудения. Вдох. Начали. Давайте без меня сами. Хорошо? Вдох. Начали.